Это бабье собрание. А ну. Так, я вывела вас кушать, а не смотреть на этих киндеров, на кота с собакой. Сейчас еще испугают их. Ну все, погнали. Ну, вот как они не голодные. Вот в загоне они меня только видят. Я же работаю. И все, и орут, как резаные, гулять. Выйдешь с ними, вот, они вот, вот, не голодные. Будут ходить, смотреть, ворон считать. То есть, ну, что-то вот такое. Так, еле-еле щипать травку, то есть. Мой муж тоже всегда переживает, чтобы они не были голодные. Я говорю, ты что, какие они голодные, они досыта наевшиеся. Мужа мама приехала, говорит, а они что, скотные все? Я говорю, нет. Он говорит, а что, люди такие жирные, что ли? Я говорю, ну да. Они кормленные у нас на убой. О, барашки орут, сюда слышно. Здоровенные орут за мамами. Бессовестные.